«На своей земле» – так называется выставка Евгения Емельянова. На ее открытии министр культуры по делам национальности и архивного дела Светлана Каликова вручила художнику благодарность за вклад в развитие изобразительного искусства от главы Чувашской республики Олега Николаева. Когда смотришь на работы Евгения Юрьевича, абсолютное чувство гордости испытываешь. И за Чувашию, которая подарила всей стране вот такого замечательного, великолепного художника, и за историю России. Евгений Юрьевич посвятил свое творчество батальному живописному жанру. У каждой работы есть своя история, которая заставляет задуматься. Все они отличаются своей эмоциональностью и экспрессивностью. Мы буквально одухотворились, наверное, где-то причастились к явлениям тем, которые славили Россию, которые действительно укрепляли ее могущество, ее территорию. И как никогда в современных условиях на сегодняшний момент эта выставка тоже позволяет, наверное, укрепить моральный дух. Любовь к родине, гордость за свою землю. Именно такие эмоции вызывают творение Евгения Емельянова. Действительно раскрывает любовь к своей родине, любовь и патриотизм к своей родине. И это каждый, наверное, ощущает, когда заходит в эти залы. Выставка работает в Центре современного искусства и продлится до 20 июля.